Я готова за этот аккорд, который я достигла, расцеловать каждого в отдельности за то, что они мне вот такое удовольствие мне дали. Это на репетиции. Это только на репетиции. Возглавлять хор русской народной песни не может человек без красивой и доброй души. Ветеран труда, ветеран войны, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель хорового музыкального общества Нина Ивановна Москвина в программе «Герой нашего времени». Смотрите 8 июня в 22:10.